Это снова я. Снимаю вторую часть замечательной просто посылки от Оксаны Александровой. Ксюш прислала мне вот такую красивую еще одну косметичку. Но их вообще, как я уже сказала, видимо, как набор они идут. Видите, они вот эта вот большая идет, вот эта. И, как я показала ранее, я думаю, что вот это, наверное, тоже к ним присоединяется. Но тут другое сердечко. Но система такая же. Получается их как бы такой набор, трио. В общем, вот давайте смотреть, что же было в этой косметичке. Я сейчас сразу все выложу и будем смотреть. Тут все средства от Мэри Кей. Вот. И вот, собственно, сама косметичка. Такая классненькая, глубокая, удобная. Косметички я очень-очень люблю. Оксана это знает, ну и не только Оксана, мне кажется, уже все знают, что я все такое люблю. Яркое и красивое положу, чтобы было видно. Так, первое, тоже от Мэри Кей, идет такой набор, тут два спонжа. Я косметику тональную основу наношу только спонжами, мне еще Жанюля дарила целый набор, я уже больше года им пользуюсь, там прям много-много спонжей, и они уже подходят к концу, так что эти будут не лишними. Я их буду тоже сейчас положу в запасик, а потом буду использовать. Вот такая. Я так думаю, это минеральные, наверное. Я думаю, что это минеральная пудра. Вот такая вот пудра. Красивая-красивая. Она прямо классно набирается. Вообще замечательно. И хорошо матирует, вот по светящемуся-то, увлажняющему. Смотрите, прямо сразу раз, и матовая кожа становится. Вообще классно. Носик припудривать самое то. Вот, и как раз тут, смотрите, такая вот рефильчик, который можно вынуть и воспользоваться вот той палеткой, что я и сделаю. Теперь у меня будет очень-очень удобно. Вот такой оттенок. Ivory 2. Вообще супер. Я не закрыла. Я, наверное, рефил не вставила. Ну и пускай не закрывается. Все равно я ее переставлю. До этого закрывалась. Это что-то она у меня тут. Я, наверное, рефил вставила кривовато. Давайте покажу вот это средство. Оно меня так впечатлило. В нем 4,9 грамма от Mary Kay. Это румяна и помада. Два в одном. Вот такой интересный стик. Так, вот так он называется. Видно, наверное. Я сейчас крем нанесла на руки. Теперь у меня этот крем везде. И вот такой вот интересный. Как помада яркая, как румяна слишком яркий, поэтому надо прямо будет пальчиком чуть-чуть совсем брать, чтобы наносить. Как будет себя вести на лице, я потом уже буду рассказывать вам. Ну, позднее. Сейчас пока только показываю. Но вот если вот кусочек прямо чуть-чуть взять и попробовать вот так разнести, то румяна можно сделать деликатные и аккуратные. Можно, конечно, переборщить, как я поняла, но видно. А как помада, вот такая вот она. Чуть-чуть в оранжевый, красно-оранжевая такая уходит. Следующее средство вот это. Оно мне очень-очень понравилось. Не знаю, как это называется, но давайте я покажу вот так, может быть, здесь. Либо вот здесь название. Вот так. Надеюсь, фокусируется. Но если не фокусируется, то тоже ничего страшного. Это не обзор покупок. Некоторые девчонки переживают, что покупок нет, я показываю все по ссылке. Мне кажется, по ссылке это даже круче покупок, потому что за месяц я столько в жизни не куплю, сколько мне в посылке приехало. И такое разнообразие. Смотрите, с одной стороны каял, а с другой стороны
такие тени, да, тени-карандаш. Какая красота! Давайте смотреть сводчи. И те, кто считает точно так же, как я, они с удовольствием смотрят по ссылке. Потому что такое разнообразие, ну, реально интересно. Мало кто из девочек может себе позволить ежемесячно покупать такие огромные, такое огромное количество, какое приходит в посылках. И поэтому такие ролики, мне кажется, они очень-очень интересны. Ну, если не брать во внимание там, ну, что зачем ей столько, да не подавилась бы лишним. А если кто спокойно на это реагирует, то девчонки смотрят с огромнейшим удовольствием, потому что такое разнообразие средств. Отличный вообще, настолько классное вот это средство двойное. Ксюша, ты угадала, спасибо. Так, это помада. Помада-карандаш. Наверное, оттенок это вот это. Да. Coral, да, там было написано-то? Да, правильно, это был оттенок, вот он тут тоже написан. И он вот такой красивый коралловый. Он не настолько яркий, как кажется по стику. И от этого он еще лучше для меня. Он нежный такой и идет прямо как... Ну, я с блеском не сравню, а скорее... Наверное, полупрозрачная помада. Вот такой красивый. А у Mary Kay есть точилки. У меня тоже есть точилка от Mary Kay. Даже есть одна запасная. И поэтому очень-очень классно такое средство у меня будет. И есть чем затачивать. Вот. Потому что, когда такой продукт, например, от Mary Kay, точилка от Mary Kay, это вообще тогда классное. Так, следующий карандаш, в который я просто влюбилась. Я прям пока с Оксаной снимала, вот такое название имеет, я его сразу на себя накрасила, сразу за зеркалом и на себя. Какая же это красота! Вот. Это я его искрасила. Давайте посмотрим. Такой красивый цвет, сиреневый. Вот такой. Прям вау. Мне такие цвета идут. Быстро заканчивается. То есть вот я, считаю, нанесла сводч и накрасила на губы. И вот стик уже так уезжает. Все-таки он, видите, полупрозрачный. Он как глянцевый идет блеск. И глянцевые помады тают быстрее. Поэтому такие продукты, они уходят достаточно быстро. И тут небольшой объем, 2,5 грамма. Классно. Вообще, Оксана, я счастлива. Это я еще не все сказала. Это не счастлива. Счастлива это слабо сказано. Я мега довольная. Вообще, декоративку, мне кажется, это особая нежность и особая любовь. Это CC крем 29 мл. Когда я ходила на мастер-классы, я каждый раз пользовалась именно этим оттенком. Он у них идет так очень светлый, да, вот здесь написано very light. Ну, я могу неправильно, у меня корявый английский. 29 миллилитров, вообще классное средство. Давайте я вам его покажу. Я еще, о, получилось. У меня кожа уходит в желтый подтон, поэтому мне этот цвет вообще классно. И он, не знаю, вам как видно, он хорошо подстраивается и сразу сливается с тоном кожи. Тоже я вижу увлажнение, видите, подсвечивание даже такое. Кожа будет выглядеть здоровой и красивой. Но если не очень нравится такой вот влажный финиш, то можно наносить еще и пудру сверху. Но с пудрой я под настроение. У меня кожа не жирная, она у меня нормальная. Поэтому для меня вот такой вот вариант тоже подходит. Летом я еще сверху пудру наношу.
Ну и самое-самое интересное. Ну какое самое? Тут все самое. Одно с моей другого. Все классно. Эти помады вообще просто супер у Mary Kay. Вот они вот так вот выглядят, как пулька стальная. Очень солидный дизайн. Вообще прозрачное стеклышко. Тут надо так надавить. Пулька вылетает, но она не вываливается. Видите, а фиксируется. И вот такая помада. Так, у нее есть, конечно же, название. Я вам сейчас его покажу. Какой-то нюд. Видно, да? И давайте посмотрим цвет. Вот такой. Действительно нюдовый, слегка уходящий в коричневый. Много наносить не надо, хорошо отдает цвет. Она также является немножко такой полупрозрачной. Глянцевый финиш. Вот такая красивая. Я не буду пока в коробочке это все дело убирать, просто буду. Потому что я их выну из коробочек. Единственное, одну я... Мне Оксана сказала, ты посмотри помады и с сестрой определитесь, кому какие. Поэтому одна из помад уйдет к сестренке. Вот такая красивая помада. Давайте я вам покажу тут название. Видно, да? Что-то коралловое. Такое красивое. Вот. Прямо вау. Так, вот так. Это у нас коралловое. И третья помада. Давайте сразу посмотрим название. Тоже что-то коралловое, да? Но это вот посветлей. Также нажимаем сверху, выпрыгивает снизу. И вот такой вот более светлый уже оттенок. У меня сестренка... Прям как близняшка моя. Я черная, она белая. Мы с ней как небо и земля. И ей идут очень светлые оттенки. То есть вот этот, скорее всего, коралл ей пойдет. Ну, у меня еще, видите, карандаш похожий, да, вот с этим карандашом цвет. Но в любом случае посмотрим с ней вместе, что понравится ей. Вот. Если кто-то переживает, что я открываю там что-то, что принадлежит сестренке, мы с ней как одно целое. Мы с ней с детства не разлей вода. У нас всегда было все совместное. Поэтому мне можно. Ну и Катюшка смотрит этот ролик вместе с вами. Она знает, что я снимаю. Вот такая была посылочка. Ну, теперь давайте пошуршим. Кто любит чужие косметички? Я люблю. Поэтому, когда девчонки снимают, я первая туда заныриваю. Давайте теперь посмотрим, что было в Катиной косметичке, моей сестренке. Мне уже Оксана такое средство присылала. Сейчас она его прислала моей сестре. Это двухфазное средство от Mary Kay. Смывать макияж с глаз. Вот оно уже тут. Вспенилась немножко на серединочке. Мне оно очень подходит. У меня никаких аллергий нету. Я знаю, что есть девчонки, кому от Mary Kay не все уходовые средства подходят, потому что какой-то ингредиент вызывает аллергию. Мне все идеально подходит. Так что вот таким вот средством будет пользоваться моя сестренка. Вот. У меня такое есть. Правда, в запасах еще, но скоро достану. Так, не буду доставать, открывать, потому что точно такой же, как у меня. Где тут название?
Да, также Very Light. Такое же название. Это тональная основа. Но я не буду так далеко. Давайте я ее вот здесь поставлю, потому что сразу потом уберу обратно в косметичку. Так, от Mary Kay это Катюшке досталась тоже палетка, в которую можно рефилы складывать. И давайте я вам покажу, как она выглядит. Она уже вот такая красотуля. И сюда входит вот так один большой рефил, либо несколько маленьких. Ну вот один большой вообще в идеале. Есть второе отделение для спонжей и зеркало. Так, я уже за бока держу, чтобы особо руками не трогать. Чтобы все было новеньким и красивым. У Катюшки, кстати, есть от Mary Kay кое-что, что надо бы положить в палетку. Поэтому очень, очень к месту. Это вообще класснючее средство у Mary Kay, и компания им гордится. Это минеральная пудра, если я ничего не путаю. В ней 11 грамм. Она прозрачная, подходит для всех и вся. Есть у нее название Made in USA. Ну, не знаю, но она скорее вот так и называется. Минеральная, прозрачная, как-то так, пудра. Вот тут сейчас заглушка, это надо будет снять, убрать заглушку, и потом уже сюда будет поступать продукт. Ну, мы уже так совсем уж не будем доставать. Так, посмотрите, шикарнейший подарок. Даже моей сестренке. Это тени. Вот такое название у них. У меня такие есть. И теперь такие будут еще и у моей Катюшки. Вот такие красивые. У меня мои подписчики уже знают практически всю мою семью. И Катю, и ее мужа Пашу, потому что это как вторые родители моего Максимки. Он даже их так смешно называет. Сейчас расскажу, пока я тут достаю, что еще есть в косметичке. Сейчас я вам покажу. Ну и вот, собственно, сама косметичка, я ее так в сторонку пока положу. Он все время начинает Катю называть, как меня мама хочет сказать. Потом вспоминает, что надо говорить Катя, и у него получается мать. Хочет сказать Катя. А по привычке мама, мать. Вот такая повязка на голову. Это тоже от Mary Kay. Она такая позитивная, класснючая. Оксана мне такую тоже присылала. Я ей пользуюсь, очень удобно. Теперь у Катюшки будет такая же тоже. Ну а вот ее мужа Пашу, он также хочет назвать по привычке папа, обратиться. А потом вспоминает, что надо говорить Паша. И у него получается папаша. И поэтому мы смеемся. Мы мама и с папой, а они мать и папаша. Так, и вот такие две туши. Мне тушь не досталась. Тушь ушла к Катюшке. Но Оксана знает, что у меня в запасах много туши. А Катя так обрадовалась вчера. Она говорит, а у меня ни одной. Говорит, как раз вот прям вот последнюю. Я не буду открывать, показывать щетку. Вот такая красивенная туша. Класснючая тушь. Я знаю, какие они хорошие. Так, чего она обещает? Чего она обещает? Давайте я вот сюда покажу. Кто знает английский, поймут, что делает эта тушь. Но у Mary Kay тушь классная. И она очень долго работает. То есть она быстро не засыхает. В этой 8 грамм, в этой тоже 8 грамм. И это уже немножко другая. Давайте покажу тоже поближе. Надеюсь, фокусируется. Я сбоку смотрю, я от камеры с краю сижу. Так, эту я сейчас попробую не порвать. Ага, получилось. Открываем. А, ну вот. Они не одинаковые. Я, может, тут умничаю, они одинаковые. А, да, они одинаковые. Это вообще одинаковые туши, две одинаковых.
Вот. Так что у Катюшки будут две туши. Одну запас спрячет. Вообще так красиво смотрится, правда? Вам хорошо видно-то? Может отъехать немножко? Ну вот так, да? Так, следующее, что досталось Катюшке, это вот такое средство. Тоже вот двухфаска, вот как вот эти. Давайте вот так покажу. Так, видно? Наверное, видно. Болеть плохо. Но пришлось заболеть. Тоже вот, видите, с одной стороны тут черный каял, а с этой стороны такой красивый, он какой-то... Мне кажется, это больше как помада для губ. Красивая такая. Ну, я сейчас так это, скромненько. Вот здесь на ней сделаю сводч. Вот такой красивый прямо. Ну, а черный каял, ну, давайте. Вот. Прям разом так раз. Вот так красиво. Мне кажется, как помада вообще бесподобна. Так, все. Пакуем обратно. Прямо вау. Очень красиво. Обожаю декоративку смотреть. Мне кажется, это как косметичка месяца прямо. И Катюшке приехали салфетки. Матирующие салфетки. У Мэри Кей, наверное, одни из лучших матирующих салфеток. Они у них действительно на высоте. Класснючие, просто класснючие. Вот такие получились сводчи. Единственное, надо будет научиться подружиться вот с этим средством. Надеюсь, у меня получится, потому что такие румяна, как они называются, кремовые, да, их надо научиться наносить. Ну вот как румяна, вроде бы они вот здесь вот хорошо нанеслись, но главное не переборщить тут, чтобы не стать Марфушей. Вот такая красота. Оксана мне еще прислала два крема, я вам вот так их покажу, но они для вас, наверное, меньше всего интересны. Это от Мэйтан два крема. Первый специальный крем «Мгновенное облегчение», второй крем «Активатор движений». Это для моей спины. Оксана знает, что у меня сильные боли в спине. Мы с ней не раз говорили об этой проблеме. И она мне посоветовала вот эти средства и даже их прислала. Поэтому я их тут положу. Я очень благодарна Оксане за это. Буду пользоваться и тем, и другим, потому что у них разные назначения для разных, ну, для разного моментов болезни. Так, давайте я то, что сестренки, сложу быстренько обратно и вам покажу кое-что еще для Максимки. Дело в том, что в Новом Уренгое вместе с Оксаной живет одна девочка, ее зовут Алина, Алина Агаева. Алина смотрит и мой канал, и канал Оксаны. Так, дальше мы разберемся с помадами. Так, косметичку я поставлю так, чтобы было тоже видно. Алина со своей подружкой Юлей прислали Максимке вот столько ластиков, представляете? И очень прошу не уходить, остаться с нами. Давайте я вам покажу их. К сожалению, Максимка сам спит. Время 2 часа уже почти ночи. И часть ластиков были в пакетике. Мы не знали, что ластики от двух девочек, и их соединили. Там была открыточка, мы ее заметили позднее. Давайте я вам кое-что прочитаю здесь. Здесь написано, что это от Агаевой Алины и от Юли Мельчевской из Нового Уренгоя. Юля ездила в Краснодар и привезла оттуда несколько ластиков для Максимки. Тут написано: «С теплом, ваши поклонницы для Максимки». Вот такая красивенная открытка, класснючая. От девчонок. Спасибо и Алина, и Юленька. Давайте посмотрим, что там было. Вот такие ластики. Представляете, вообще тапочки. Прям самые настоящие тапочки. Вообще просто чудо. Следующие ластики находятся вот в такой мимишной упаковочке. Можно как брелочек использовать.
Здесь арбузик, виноградик, это, наверное, ананасик и бананчики. Вот такой наборчик. Макс так радовался. Это паровозик. У нас такой паровозик тоже есть, но он настолько классный, что два будут только в радость вообще. На самом деле Алина собирала с лета, с Юлей, с лета собирали девочки эту посылку, эти ластики. Поэтому, когда мне что-то прислали за это время, Алина говорила: «Ай, у меня лежит, а Свете прислали как раз». Ну, мы очень-очень рады на самом деле. Вот такая киска. Вот такая красота. И у нее вот здесь вот в пузике находится ластик. То есть сама киска пластиковая, а в киске классненький ластик. Вот такие губки. Вообще чудо такое. Макс их примерял, это было очень смешно. Надо было сфотографировать. Алина, он когда их примерил, он сказал, это он вам передает поцелуй. Вот такие киски. Классные. Я думаю, Максимка на своем канале будет еще хвастаться этими ластиками. Поэтому его реакцию можно будет там посмотреть. Вот такая пироженка. Вот такая. Или печенька. Печенька, наверное. Такая классненькая. Смайлики. Такие. Позитивчики. И грустинки. Вот, молчание золота, да? Вот такой грустный. Этот веселый, а это такой улыбашка. Такие смайлики. Макс, когда был маленький, он смотрел всегда Дашу-путешественницу. Я ему даже шила игрушку, эту Дашу с обезьянкой прям вот. И здесь вот такая вот Даша. Тут даже есть циферки 1 плюс 1 равно 2. Вот такой ластик с Дашей. Следующий ластик тоже с одним мультяшкой. Максимка его тоже любит. Это Спанч Боб. Спанч Боб интересен своим позитивным настроем и хорошим настроением. Он всех учит не терять никогда позитива и не терять никогда настроение. Вот такие Angry Birds. Класснючие. Следующий ластик. Вот такой пират. Так, следующий вот такой красивый. Показываю подробно, потому что много детей у меня на канале все это тоже смотрят, и им тоже это важно и интересно. Такой ананасик в упаковочке. Есть вот такое яблочко. Это вот сюда тоже к ананасику. Так, ой, какая красота. Тут какая-то фирма К. Это классно. Коллекция ластиков, конечно, нас радует. Ой, вообще прелесть. Такой в пятнышку. Этот в сердечку. Такие они классные. Сейчас я вам так вместе покажу. Я ластиком вообще радуюсь не меньше Макса, если не больше вообще. И вот такие в полосочку. Супер. Так, вот эти два покажу. У нас есть набор прямо с циферками. А тут две циферки отдельно. 2 и 7. Уточка и, наверное, крокодильчик. Вот такие вот. 27, 72. Вот этот ластик прямо впечатлил. Давайте я его открою, я хочу вам показать поближе. Прошу прощения, у меня горло сильно болит. Видите, он какой интересный. Там он весь переливается, таких у нас еще не было. Вообще, ну супер, реально супер. Ой, я прям сама готова смотреть и смотреть. Прямо чудо. А уж тапки эти, это вообще красотень. И от Оксаны пришла еще
Пришел такой сувенирчик. Смотрите, рогатка и Angry Birds. И это все брелок. Вот такой классный брелок. Оксан, спасибо. Макс прямо радовался. Ну, Оксана знает, мы на камеру это все зафиксировали. Вот такая шикарная посылка от Оксаны, от Алины. Много ластиков от Юленьки. Девчонки, спасибо огромное, прям вот огромное. И от меня, и от Максимки. Оксана, тебе еще огромное спасибо от Катюшки. У Оксаны есть канал, многие об этом знают. Она замечательный блогер. Я ссылку обязательно оставлю, потому что если кто-то любит, когда девочки покупают, например, покупки и сразу показывают, это про Оксану. Она может в течение месяца показать там раз 10 покупки. То есть она не купит до конца месяца, чтобы потом горой показать, а купила-показала. И поэтому ролики выходят очень часто, покупок много, они интересные. Поэтому переходите по ссылке, знакомьтесь. Те, кто еще не знает Ксюшу, потому что это классная девчонка. А я прощаюсь. Спасибо, если кто-то смотрел обе части, посмотрел и радовался со мной сначала до конца. Мне очень-очень приятно. Спасибо большое. Встретимся уже, наверное, в следующем ролике. И приходите, знакомьтесь с Ксюшей. И девочкам Алине и Юле огромное-огромное спасибо. И привет от меня и от Максимки. Всем пока!